Язын келмесінің Молдова гелер гүзел бір юрту фестиваль аңсадланыр Мырсышор. Мырсышор білері сәне бұ юрту, юзел бір юрту Молдова девлетіне дейін. Құрылды легенда әгері, аңысына әгері чөджік, ген чөджік, чидем илк язда гүзел күшіаз, бұлышмышлар екесі, емді суық, емді сыжак тарафын арасында бір бұғышма колақыны құрылды екі ренг, қырмызы хемді бияз. Мырсышор фестивалі бақылырды сәді Молдовада мұғы ғығызе дады. Бұсыра о кечті март айын бірінде, Комрат Долайын күйін, баш күйінде, Кирсова күйі тәсілеріз геніштен, хемді регионал орында. Бұрада пайалды қатылды чуй күйлерден, енді қасабалардан неже ойын коллективлары, өләді түркіжілер, олды гүзел инсценировкалар, Сергида кечті. Гагаузияда Мырсышор 2022 ачылды гүзел бір еңіліктен. Йөтті сефте түркі, аңысы олды гимн Мырсышор юртусында, композитор Илья Филев язды музыкай, лафлары да язды гагауз языджысы Тодор Занет. Ойыну бүтіркі ойын көй олдым. Грация Дэнс Кыпчай күйінден ойын коллективының шынды бісінен дағылырыз бұ фестивалін ачылышына. Я долго ждала вашего сына.
Ахтышор юртусыны хазырлады хемді кечерді Гагаузияның культура бақыны. Беллік юндерджі Мария Семенова қаршылады. Херкезіне кем салонда болынды, хемді хепсі коллективлар, түркіжілері кем қатылдылар бұ юрту олыша. Барта бирадет, нереді кукла кечерленер, бір күйден и бір күйе, не аңғы күйде кечеджек 2023 мұртышору. Әді бақалым. Сәйтілдостар, артық келді елкес. Шоу беклемен елкес. Не қадар біз оны бекледік. Кепсі беклем келсін елкес. Бекле бір күн іші, бір серен сыжак, енді гөзел ава олсын. Ама бүгін шарда серен менің бір ава. Яңғырды да, қарды да. Ама сәйде о дұйғылардан әне артық келді елкес. Bizim canımızda sıcak olur. Ben de buna seviniyorum. Derken ilk kez her bir insanın aklına gelir türlü vakti. İlk kez Bekir Güneş'i bir sıcak hava. İlk kez Bekir yeşil tarlalar. İlk kez Bekir çiçekler. Ama biz biliyoruz hani ilk kez bize gelir Mırçışor'la bile. Mırçışor'la bile gelir güzel bir yurtu. Ankasını biz sizinle kutlarız, karşılarız, imda yurtlarız, bara bara. Büyük üstünde geçti güzel bir konser. Bu konser güzel bir resim, ankasını yazdılar bizim artistler. Bu resim toplanır o halkların kulturasından, ankası yaşıyor Gagauzya'mızda. Onun için isterim hepsini kutlamam bu güzel yurtuna. İsterim hepsini dileme uzun ömür, sağlık, hem de hiçbir kere biz olmasın öyle aynı hiçbir kere biz bekleneceğiz bu güzel vakıda. Şimdi istiyorum saygılı dostlar, sana teklif etmeyen kültür evin başını Tolmay köyünde Piotr Ivanovich Kutsar'a buyurun. Biz düşündük hani bir yıla bu festival lazım gitsin Tolmay köyünde. Onun için Sergey Dmitriyevich Safuncu'ya söylüyoruz. Sağ olun, hani bizi kabul ettiniz kendi güzel köyümüzde. Hani sıcak bizi kabul ettiniz. Hani geçti bu yurdu. Da isteriz yollama büyük selam Fyodor Fyodorovich'e Tolmay köyüne. O beklesin bizi übrela. Bu simbol biz seviyoruz. Kültür evine, Tolmay köyüne. Bir yıl var ileride. Biz hazırlanacağız. Da sanırım hani bir yıl tez geçecek. Biz gene buluşacağız Gagauzya yaşayanlarının. Da gene hepsi cinden söyleyeceğiz. Hoş geldiniz Mırçışor'a. Çok sağ olunuz. Огромное спасибо всем. Огромное спасибо Управлению культуры за такую оказанную честь для Тамая принимать фестиваль Мырчышор Гагаузия 2023. Конечно, с приходом весны оживают наши сердца, сияют счастьем наши глаза, и хочется любить, дружить, встречаться. Поэтому я с огромным удовольствием приглашаю всех в Тамай в будущем году на фестиваль Мырчышор Гагаузия 2023. Добро пожаловать! Очень приятно! Saçımdan sana bir yorgan, ne güzel olur.
yaptı, yorgan hevesik yaptı kendi kolundan. Benim eşim beni sever, kolunun yanaşık hep beni ister. Şükür sana, sana Allah'ım, mani beni korur yeşim. Ne istedim aslı çıktı, kızgın kısmetim çöpçerek çöktü. Elim yaptı saçımdan sana bir yorgan. Шура гагаушия сөйленілер Марта жик. Неге енде сөйдім? Кырмызымны биясы плеклерден япылыр күчік тесте жик чечек гибе, яда еке кішасым чөйджа гибе бұ композициялар олыр, ама та не сөйда көрер оны бізім ұшаклар. Комрадын ұшак ерадыжылы кевін тербейдіжісі, юредіжісі көстерер хепсі ойшылары аңғыларыны ұшаклар кенде елжізлерінен яптылар. Есть первый день весны, это праздник любви, радости для всех. Я бы сегодня хотела представить нашу выставку Камрадского дома творчества, показать работы наших деток, чем мы занимаемся. К примеру, мы работаем из фоамирана. Фоамиран – прорезиненная мягкая ткань, дети любят с ней работать тем, что она очень пластичная, и с ней можно делать очень много интересных подделок. Также мы занимаемся, кружок ведем канзаши, очень тоже интересная работа. Дети очень любят плести мелкими лентами. Также у нас есть у болгаров национальности, они любят носить мартинички. Вот дети соорудили вот такую мартиничку на руки. Такая мартиничка. И еще дети сделали из ниток мартинички. Также имеются работы деток, сделанные из ниток и из гофрированной бумаги. Сделали подснежники. Это же ведь наши первоцветы. Вот такую подделку сделали наши детки. Подделка сделана из ниток. На дереве. У нас же символизируется праздник весны. Дети радуются, что пришла весна. Подснежники очень много. Первоцветы наши подснежники. Также мы делаем для своих близких и родных тоже очень много интересных мартишоров. Здесь мартишор был выполнен тоже из фоамирана, белого и красного цвета, в сочетании с фетром. Это еще один вид материала, которыми мы работаем. Также хотелось бы представить работу подснежников, красные и белые подснежники. Тоже были сделаны в технике фоамирана. Вот такая маленькая картина. Еще один вид работы, с которыми мы работаем, бисероплетение. Дети сделали тоже мартиничку в белом и в красном стиле. Обычно ее одевают на руку. Мы очень много легенд знаем про мартишоры. Символизируется красный с белым у принцессы. Принцесса уколола свой палец и таким образом капнула капелька крови на подснежник. И появился красный подснежник. Поэтому 1 марта мы всегда одеваем мартишоры в белом и в красном стиле. Детки связали очень много интересных работ из ниток, из бисера, из лент. Вот такие еще мартишоры были сделаны детками. Вот такого плана тоже из фоамирана было сделано мартишор.
Дети любят любую технику при сборке мартишоров. Еще были сделаны куклы в национальном стиле. В национальном стиле болгаров. Есть у нас еще одна парочка. У нас две пары таких кукол. Одна сделана в болгарском стиле, одна в гагаузском стиле. Тоже из ниток. Детки любят творить, делать из лоскутков ткани и ниток. Дети даже соорудили символ любви сердца. Также у нас в Доме творчества дети занимаются и вышивкой. Кружок называется «Изонить». Дети вот так вот вышивают у нас крестиком и делают вот такие мартишоры. И картины вышивают дети. Вот такой букетик был сделан тоже из фоамирана. Дети очень любят с ним работать. Залитый в вазочку, а вазочка декорированная, декупаж. У нас очень много мартишоров, много кружков, вязание. Вот такие мартишоры были связаны, вот такие два платьица маленьких. Вот такая картина была сделана, тоже связанная крючком, мелкая работа. На кружке изо нам детки нарисовали, а мы уже украсили панно дальше. И также тут имеется работа нашего кружка канзаши, который мы учим плести детей. Также из бисера была сделана работа, тоже мартишор. Символ любви и верности. Любви и верности. Также на кружке кружок вязания дети связали нам крючком вот таких двух совушек белого и красного цвета. Дети умеют фантазировать и работать. Хотелось бы поздравить от Камрадского дома творчества всю нашу Гагаузию, всю нашу Молдову с таким прекрасным днем, с первым днем весны и с наступающим 8 марта всех нас, женщин, всех в мире.